Ребят, всем привет! Сегодня мы вам покажем, как можно вкусно приготовить карася в духовке. Берем любые специи для рыбы, неважно какие вам нравятся. Сколько? Ну, примерно столовую ложку. Угу, да. Также берем столовую ложку соли, тоже все сюда высыпаем в чашку. Угу. А дальше берем горчицу. Горчицы берем одну столовую ложку. Угу. Так вот прям накладываем, вот с горкой маленько получилось. Выкладываем горчицу. И берем майонез. Майонеза кладем ложек 6, вообще полных таких, с горкой. Раз. Ну, должно получиться у нас такая смесь, чтобы смазать то количество рыбы, которое у вас есть. Вот. Еще ты забыл добавить, что сюда нужна не только соль, но и перец. Но так как у нас приправа идет с перцем, мы перец не добавляли. И обязательно вам нужно добавить еще и перчик. Сейчас тщательно перемешиваем, дальше будем мазать карася. Перед тем, как смазывать рыбу, я хочу вам рассказать один секрет. Чтобы не было в карасе костей, нужно нарезать рыбку вот такими мелкими надрезами. Вот это правильно. А вот это неправильно. Это нарезал Андрюша. Когда я увидела, я сразу поправила ситуацию и нарезала вот так вот мелко. А сейчас будем смазывать рыбку. Берем нашу волшебную кисточку, наш соус и начинаем смазывать. Смазываем тщательно, хорошо, чтобы вся рыбка у нас пропиталась. Ну все, рыбку мы смазали, теперь отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 20-30 минут. Дальше покажем, что у нас получилось. Вы слышите это, ребят? Вы только послушайте. Это божественная рыбка, она приготовилась. Вот такая вот рыбка у нас получилась. Если вы ничего не едите жареного так же, как и мы, вот есть прекрасный способ, чтобы приготовить рыбку вкусно в духовке. На этом у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. И в следующий раз мы с вами приготовим еще что-нибудь очень вкусное, быстрое и очень-очень полезное. Всем пока-пока!